Как выбрать идеальное место для торжества? У вас предстоит торжество, и вы уже определились с количеством приглашенных, определили бюджет торжества, тематику вашего праздника. Настало время подобрать место для проведения вашего праздника. Будь то свадьба, юбилей, корпоратив, я расскажу о некоторых неизвестных вариантах. Самый дешевый вариант – отметить торжество у себя дома, в квартире или в доме. На даче. Скажем, за городом, на речке. Традиционное застолье – распространенный и недорогой вариант – кафе. Можно подобрать какой-то хороший банкетный зал. Более дорогой вариант – отметить праздник в ресторане. Или за границей. Любителям острых ощущений в парке аттракционов. Очень нестандартный праздник под водой. Или в аквапарке. Еще варианты – загородный дом, коттедж, теплоход. Главное, чтобы ваш праздник удался и получилось все, как вы хотели.